Рядом со мной находится Тимур Гейслерт, вошедший в символическую сборную КФЛ по итогам второго дня. Тимур, позволь поздравить вас от Континентальной футбольной лиги, от компании 1xBet. Подарок по вчерашней игре. Хотел задать вопрос, хитрик, голевая передача. Вообще напряженная была игра, немножко и поконфликтовали вы, я работал на этом матче. Какой-то будет комментарий вообще, как она вот складывалась, игра вот, от участника матча? Да, игра была очень напряженная. Нам просто повезло, что мы забили гол там в первые 5 минут. А так, в принципе, я думаю, что игра была бы равна и непонятно, как она могла закончиться. Так что, в принципе, главное, что мы забили первый гол, какая была установка. А команда очень хорошая. Поконфликтовали и помирились, все нормально. А как вообще уровень КФЛ, вот эта атмосфера турнира? Ну, я не первый раз играю на КФЛ, и с каждым разом-то все становится лучше. Вот погода, правда, подвела, что-то вчера прям совсем было не очень хорошо. А так все здорово. Разговариваем мы еще в преддверии матча с полетом. Какие ожидания от этого матча? Какая нацеленность на результат? В принципе, уже из группы вы вышли, но какие задачи будете решать в этой игре? У нас всегда задача постараться выиграть, а там как получится. Надеюсь, что игра, главное, будет без травм. И я так понимаю, что полет уже не выходит, а мы выходим. Поэтому надеюсь, что главное, что без травм было самое важное. И в целом у Успенского какие задачи на КФЛ ставились перед началом турнира? Ну, вышли из группы. Самую главную задачу мы уже выполнили, а там посмотрим от матча к матчу. Спасибо большое и удачи. Спасибо большое. С праздником.